А вы знали, как выглядели матери правителей СССР? Вот мать Владимира Ильича Ленина, Мария Ульянова. Она родилась 6 марта 1835 года. Существует версия, что Мария Ульянова была в романе с Александром III. А вот мать Сталина, Екатерина Джугашвили. Она родилась 5 февраля 1858 года. Она родила троих детей, и только Сталин из них остался жив. А как думаете вы, повлияли ли матери на будущее своих сыновей?